В 1996 году в Малаховке открылось производство корпусной мебели. Начинали с обычных шкафов-купе. Сегодня это полный спектр мебели для дома и офиса. Как в непростое время для бизнеса компания не только держится на плаву, но и успешно развивается, расскажем в следующем сюжете. Это напоминает большой конструктор из досок и реек. Но совсем скоро они превратятся в шкафы, столы, тумбу, кухонную мебель и станут верой и правдой служить своим хозяевам много лет. Предприятие, которое расположено в Малаховке, зарекомендовало себя не только как российский, но и мировой бренд. В данный момент компания находится в очень серьезном новом своем витке развития, так как многие, как сейчас говорят наши бывшие западные партнеры, ушли из России, и большие ниши освободились по выпуску дополнительных объемов мебельного производства. Конечно же, мы также все, что необходимо от наших структур, от правительства Московской области, будем продвигать и оказывать меры поддержки. Для нас важно, чтобы предприятия, работающие на нашей территории, чувствовали себя уверенно. Основное производство фабрики расположено в Костромской области. В Малаховке задействована лишь малая часть производственного процесса. Здесь элементы мебели шлифуют, красят, сушат, упаковывают и отправляют покупателям. Суммарный объем продаж компании находится в пределах 6 миллиардов рублей. По спросу мы не жалуемся. В 2022 году спрос был отличный, в этом году тоже хороший есть рост по сравнению с 2022 годом. Проблем не испытываем на сегодня. Сейчас на фабрике корпусной мебели в Малаховке работают 390 человек, половина из них – люберчане. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.